Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на штамповочный мини-150 пресс для фольги с подогревом от 60 до 300 градусов Цельсия, 220 вольт, 500 ватт из AliExpress. Заходим на сайт поиск ручных электроинструментов по ссылке под этим видео, нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 15 июня 2019 года. Стоимость данного пресса $80.99, но доставка в Россию платная – $64. Общая стоимость для России будет $144.99. Так, теперь проверяем стоимость доставки, как обычно, чтобы все были в курсе с этим инструментом. Белорусам $145.15. Ну вот такая доставочка в Беларусь. Казахстан. 160, наверное. А нет, $116.95. Ну это я пытаюсь ставки ставить, как бы угадывать, да? Ну, как-то белорусам сейчас жестче относятся. Украина. $134.74. Ну, вот такая стоимость доставки. Ну, для, если в Россию сравнить, $64, да. Ну, такая штука, это я понимаю, не для домашних мастеров. Тем не менее, как бы вот, если какой-то бизнес есть или что-то еще, я так понимаю. Ну, а может, кто-то и купит за такие деньги свое личное пользование, как домашний мастер. Для него это не деньги, то есть это нормально. Вот для России это нормальная цена. Вот повторяюсь и все время как бы акцентирую на том, что доставка вот в Беларусь, Казахстан и Украину гораздо дороже. Но ищите дешевле. Вот такая цена, я думаю, будет нормально для всех. Ну и если вы покупаете инструменты в интернет-магазинах и хотите сэкономить свои денежки, обращаю ваше внимание на такие вкладочки. Скидки в России, скидки в Украине, скидки в Беларуси, скидки в Казахстане. Экономьте. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента.